За окном весна, а это значит, хочется меньше косметики на лице. Да и вообще есть желание забыть тон, пудру, тяжелые макияжи, хотя и что-то можно оставить. Хочется смягчить и увлажнить кожу, которая натерпелась в холода и зачастую бывала обезвожена. Думаю, косметическое масло прекрасно справится с последствиями зимы, так что использую его довольно-таки обильно. И если оно не впиталось, остатки промакиваю салфеткой. Кстати, можете пересмотреть, как закручиваю салфетку. В Парижеве научился. Очень удобно и практично. В принципе, состояние кожи позволяет обойтись и без тональника, так что буду маневрировать с классическим жидким корректором и кремовым белым хайлайтером. Без пуховки не работаю, это вы уже знаете, так что начинаю маневрировать с высветлением. Здесь важно найти нужные пропорции, так чтобы и перекрыть нюансы кожи, а это корректор, и чтобы белым хайлайтером не сделать сияющую дочку пекаря. Поэтому маневрирую в зависимости от участка и оттенка кожи. Вы наверняка обратили внимание, что в работе я часто наношу продукты подушечкой пальца, хотя кистей у меня, как у того парня фантиков, но я предпочитаю разогреть продукт. Он становится более пластичным и тем самым легко адаптируется к оттенку кожи. А сам процесс нанесения можно сделать равномерно и практически незаметно, что очень важно при легких весенних макияжах. А тем временем я высветляю мой любимый треугольник красоты и, конечно, каждое нанесение продуктов фиксирую любимой пуховкой. Конечно, когда есть участок кожи, который требует более детальной проработки, я использую кисть. И здесь важно найти идеальные пропорции корректора и хайлайтера. Нужно высветлить и при этом не оставить белого пятна, так что наношу продукт очень точечно и аккуратно. Выполнение румян в технике дрейпинг, думаю, уже вам знакомо. Но напомню, я предпочитаю контраст между холодными и теплыми оттенками. Основной розовый цвет наношу на яблочки и оранжевый, более темный оттенок на верхнюю часть скулы и подушечкой пальца делаю растушевку. Зная следующий этап, нужно всегда помнить об интенсивности цвета. Итак, пудра. Я решил смешать классическую матирующую пудру и компактный хайлайтер. Пропорции 50 на 50, хотя это правило и часто меняется в зависимости от состояния кожи и необходимого эффекта. Кистью беру много продукта, чтобы хватило на одно нанесение, и равномерно круговыми движениями наношу на все лицо. Обратите внимание, после использования пудры смягчился оттенок румян. Помните об этом, выбирая эту последовательность в макияже. После маневрирования сухой пудрой маслянистый бальзам для губ никогда не помешает. Использую продукт обильно. При выборе скульптора я обращаю внимание на практичность. Имея палетку, да еще и с правильными оттенками, можно прекрасно маневрировать, подчеркивая натуральный контур лица. Скулы у моей модели от природы выразительны, поэтому в основном наношу скульптор не под ними, а на них и аккуратно смягчаю пропорции лица. Выполняя макияж глаз весной, думаю, можно и вполне обойтись одними карандашами, точнее, двумя. А если они еще и стойкие, тем лучше. Темным оттенком делаю мою классическую прорисовку межреснички и, зная, что теней не будет, рисую очень обильно и затем кистью начинаю выполнять растушевку практически по всему подвижному веку. Конечно, с акцентом по линии ресниц. Здесь важно правильно найти точку наибольшей интенсивности цвета. Оно у всех разное в зависимости от формы глаз. Затем более светлым оттенком карандаша начинаю прорисовку акцента во внутренней части подвижного века, но не перехожу на его нижнюю часть, так называемую капельку. Всегда считал, что этот прием расширяет переносицу, и тогда создание глубины при помощи моего любимого эффекта дымки не имеет смысла. Про каял даже и говорить не буду, ответ вы и сами знаете. А вот о дымке, точнее эффекте глубины и самое главное легкой коррекции скажу пару слов. У моей модели складка века визуально делит его, точнее пространство от линии ресниц до линии бровей практически пополам. А это визуально очень отвлекает, поэтому при помощи скульптора задымляю это пространство и маневрируя. Этим оттенком выполняю легкую коррекцию переносицы, носа и внешней части уголка глаза.
Подкрутить ресницы всегда хорошая идея, тем более есть чем. А точнее моим авторским инструментом – бигудилкой. Она меня еще ни разу не подводила, так что подкручиваю к радости ресниц и модели. Можно много спорить об оттенках туши, их благотворном влиянии на цветовую палитру макияжа, эту поэзию цвета в сочетании с оттенком глаз. Но я люблю тушь черную. С ней макияж глаз всегда выразительнее, ярче и как-то естественнее. Хотя и соглашусь, цветные туши тоже хороши, все зависит от внешности и стиля макияжа. Честно говоря, я и не думал вмешиваться в брови, но как-то по ходу пьесы, макияжируя, решил немного подчеркнуть линию бровей. Карандаш есть, почему бы играючи и не прорисовать против линии роста волос, создавая равномерный объем и, конечно, зафиксировать их нескончаемым гелем для бровей, что и делаю. Главное это сделать легко. Думаю, немного легкого сияния не помешает. Той же пудрой с эффектом хайлайтера прорабатываю центральную часть лица. Очень аккуратно высветляю под глазами и обязательно уделяю внимание шее и декольте. Все-таки весна уже рядом. Если вы помните, на губы я нанес маслянистый бальзам. Они прекрасно увлажнились и теперь можно использовать немного то ли блеска, то ли жидкой помады, не пойму. Но теплый оттенок этого продукта очень хорошо гармонирует и с макияжем, и с кожей модели. Сегодня без клипс, но все равно моя миссия визажиста завершена. С приближением весны можно постепенно включать в свой макияж легкие цветовые акценты и порадовать себя свежестью и чистотой вашего нового образа. Удачи и красивых вам макияжей!